Так, в путь. Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Злой Слон и Драйвер 51 Рус. Сегодня мы катаемся в мультиплеере на Евротраке. Паша, привет. Всем привет. Вот, Паша у нас рулевой. Я тут еще ничего не знаю, так что Паша будет у нас впереди. Я немножко сзади. Поехали, Паша, отгрузиться, тут куда-нибудь недалеко поедем. О, скрин надо сделать. Подожди, стой. Стой, стой, там где? Так, где карта? Где-то открыл. Скрин. Вот такие мы будем. Два красивые. Надеюсь, у нас сегодня ничего не вырубится, ребята. Не знаю, как вас назвать. Друзьями. Или уже даже не друзей. Или даже не друзьями. Ё-моё. Просил вас о помощи, слегонцушке помочь. У меня умер кулер тут вместе с радиатором. Ну что-то никто, скажем так, друзей у нас не откликнет. Посмотрим на наши машинки. Пашка на воле, я на скане. Помигаем тут, давайте. Побудим. Поехали. Давай, я за тобой. Ой. Направо, поехали. Я уже мигаю. Я езжу по правилам, так что не вижу. Ну, я так понимаю, что вообще в мультике надо ездить по правилам. А тут скорость-то как бы влияет как-то, нет? Плане. Ну, превышение на трассе там стоят такие. Это Европа 1 здесь ограничено вообще. Скоростной режим. По-моему, тут нет ограничений, да? Есть, есть. 90. Так надо ехать нам 90 или можно там 140, 150? 90. Выбирай груз. Выбирай ты лучше, я не знаю. Да выбирай ты. Ну надо же нам что-то недалеко тут надо выбирать-то. Выбирай наоборот подальше. Enter, да? Прямая перевозка. Прямые перевозки, да? Да, да, да. Так, прямые перевозки. Мы-то где есть вообще? Мы Кил какой-то, да? Кил. Так, Гамбург, 55, 46, 47. Это вот этот, который вот идет по времени 46, 47. Это да, в этот. Ну давай, давай сюда берем. Или там должны быть два одинаковых у тебя этого пути. Грузы? Ну. Или ты такой? Грузы у нас сейчас с тобой навряд ли совпадут. А нам в один город тут просто есть. Например, в Гамбург и в один город есть два груза, в один город есть. Ну вот бери любой. Какой тебе больше нравится? Да по барабану, давай вот этот. Я возьму, он там на 47 минут, мы офигеем писать тут. А, взять, да? Работу. Че ты скайп отглючивает, пропадаешь. Взял я. Взял? Да. Ты куда взял груз? А там какие есть-то, я забыл уже город там. Там был Гамбург и Ростель какой-то на 47 какой-то минут. Бери любой. Ой. Что я с прицепом? Ты туда же взял, да? Нет, я в другой город взял, там нету. А мы не поедем, что ли, вместе?
Я за тобой поеду. Зачем? Да ты будешь вести меня. Друзей. Ой, нифига у нас подсвечка попала. Ну да. Мне твою Вольву. Вольву сейчас не поцарапать твою. Ага. Так, подожди. Не могу врубиться, как направо надо ехать. Пашка сзади такой весь красивый. Опять направо. Жалко, что тут нету этого. Ну, урон не этот. На машине не появляется налево. Видимо, повреждение. Но. Следующий поворот он налево. Зеленый. Ехали. А, что-то я уже там эти заборы сшибаю, отбойник. Так, направо нам тут. Да, мы на все зеленые успеваем. Ааа, все, я успел. Я прям светофор воткнулся. Да все, не могу привыкнуть, труд такой долгий. Воткнулся, воткнулся в руку. Короче, едем прямо там, вообще по прямой. Обгоняй меня. Да давай едь вперед, ты что? Да я же не знаю, куда ехать. А я тебе буду по карте говорить, едем, как будет поворот, скажу куда. Ну давай так, ладно. Короче, сейчас все едем, Паша, по прямой. Как там по навигатору покажут. Здесь прямая тут. Да, да, отворотов нету никуда. И все, и подперли пока. У меня сканер тут прокачанная, она вообще шальная, блин. Вываливает там 90 иду. 150, 160. Тут, походу, 110 можно, но я это 90 пойду. Ну я за тобой иду. 90, я не знаю, я за тобой сотку шкварю. 90, у тебя спидометр вряд. Так, F3 я нажму. Ой, блин. Ой, Паша, я уже тут. Да ты куда-то да, опять что-то собрался. Я, да, что-то я тут загулял. Загулял слегка. Да я этот делал как бы поменьше. Да, тут вот трафиков фигово, что нету, да? Вот эти машинёшки ну, всякие. Будем надеяться, сделают когда-нибудь. Ну, наверное. Видит. Так что вот, ребята, на пираточку ссылочка будет обязательно под видео на канале. Опять же в группе. Я думаю, Пашка сделает репост на этот самый, на ссылку на пираточку. Попробуйте на пираточке, понравится, ребята, бывают скидки в Стиме. То есть недавно она была, игра 124 рубля. Вот, в Стиме. Но это праздник же был. Ну я думаю, к новогодним праздникам все равно будут опять какие-то скидки. Думаю, по-любому. Ну-ка, Пашка, аварийкой магни мне. Чем? Аварийкой. Все мигает, ребята, смотрите. Вот почему спитались и не сделать аварийку? Повороты, хотя там в лесу вроде. А
Потому что никто не занимается просто. Нифига ты там по городской зоне там впендюрил. Идешь 90-60, наверное, ехать надо. Так, тут тормози, здесь поворот опасно. Торможу. Встречка идет. Все, давай, вроде прошел. Блин, правое зеркало надо было. F2, да? Правое зеркало поставил, ну. Все, идем также по главной. Что-то ты из виду пропал уже. Не, сзади иду, все нормально. Догоняю, Паша. Но я уже больше сотки вяливаю. Все так же идем по главной. 123 километра осталось. Тут перекресток, походу, сейчас будет. Не, прямо иди. Прямо проходи. А, тут мост, под мостом еще дорога. Прямо идем. Ой, бляха, двойная сплошная. Все, идем прямо. А тут, наверное, слышь, ограничение стоит, потому что у меня больше не разгоняется. 110 здесь, да. Она как бы... Не, ну она больше не пойдет у тебя, как бы. Если ты в обычной игре пойдешь больше, то тут больше не пойдешь. То тут 110, ты жми на газ до пупа, как бы. Хоть с горки, хоть в горку, оно 110, все, край. То есть уже... А там вот сейчас у меня будет Т-образный перекресток, куда мне? Налево, Паша. Налево. Ух ты, я пролетел. Давай оттормаживайся. Давай назад. Я... Сдашь? Сдавай прямо назад, тут все равно никого нету, как бы. Я стою, тебе хватит места до конца, сдавай и налево уйдешь потом. Работает у меня, ребята, радио онлайн. Это я закачал. Тут это разговоры настоящих дальнобойщиков, водителей в эфире. Так, намного прикольнее, интереснее. Можно туда вставить несколько роликов музончика. Все, давай, Паша. Все, нормально. Все, поехали. Все. Пашка погнал. Прицеп прикольный, у тебя вообще такой, колеса закрывает. Обалденно. Да. Жалко, что нельзя с модами тут играть. Так, идем опять все по главной. Там будет потом следующий, по-моему, поворот направо. Перекресток там что-то у меня зеленым показывает. Или там просто может резкий поворот. 75 километров у меня. Да, направо следующий перекресток, там прямая будет, направо уходим. Направо, да? Да, направо. О, черт побери. Груз тяжелый какой-то. Может, ты меня на буксире тащишь? Может, на буксире меня тащишь, говорю? Не знаю. Ну, что-то как-то тяжко. Сейчас посмотрю, сколько вешу. Наверное, везем новогодние подарки. Как раз уже декабрь пошел декабрь уже, все. Ребята, везем новогодние подарки с Пашкой. Блин, камера не задвигается, Пашка далеко едет, а я сейчас слева к Пашке подойду, попробую с морды снять обои. Паша, сбрось скорость.
поедем потише, чтоб я не мотанулся тут куда-нибудь. Сейчас спереду повернусь. Ты меня не убеди. Ну-ка, надо скрин сделать чуть-чуть вперед. На кабину высунься из-за меня. Вперед. Далеко, далеко. Вот как-то так, как-то подожди. Есть. Блин, нифига нет. Сорян! Кнопки ищут, блин. Смотри, сейчас догоню тебя, догоню. Куда нам дальше? Не, нормально. Куда нам дальше? Прямо. Делаю экшен. Скрин, подожди. У тебя фары-то включи там какие-нибудь там красивые. Вот, все вроде пощелкал. Ну поехали. Так, нам, Паша, надо будет сейчас тут направо уходить, в отворотку. Прям в первую направо уходить. Вот все, направо, давай, направо. Направо под... и налево потом. И налево, налево нам надо. А тут нет куда все. Что-то народу никого нет, да? Ну. Все, идем прямо. А мы уже приехали. 6 километров осталось. Ты в Росток, да, надо было? Ну да, походу. Карта-то сюда ведет. Значит, сюда. А тут куда? Налево, налево. Налево. Налево, и Паша направо там где-то будет. А, блин, на, получи фашист-гранату, я опять влупился в этот, в отбойник. Вот направо этот заезд, по-моему, у меня. Не-не-не, дальше. Нет, здесь направо, да. Направо. Сорян. Так я так и не понял, где. Направо, сюда, значит. Да? Направо и направо. А ты сюда же привет, нет? А? Ты сюда же привет, нет? А? Тут распилировать ворот. Так, подожди, меня не знаю. От тебя звук даже есть там, слышишь? Да, я знаю. Ну здесь полная синхронизация всего. Ну да, как бы по-человечески сделано и стоит, извини меня. Да? Не 800 ни хрена рублей. Да.
Так, я разгружаюсь. Все. Да ё-моё. Я вообще косой. Ты попасть не можешь? Да! Прицел, прицел у меня сегодня сбит. Да что-то вообще корявый. А, на, ты! На-ка, получи! Все, раздели. Да стой ты нахрен! Е-мое! Стоп! Стоп, машина! Все, Паша, разгружайся, е-мое! Все, доехали. Приемлемо написали. Сгодится, сгодится, короче. Так что, ну что? Ребята, да, наверное, на этом закончим обзор. Да, Паша? Ну да. Закончим обзор. Вот такой мультиплеер в Евротраке, ребята. На пираточку ссылочка будет у меня в группе. Ну и Пашка делает репост, пираточку скачайте. Также у Пашки есть группа по Евротраку. Пашка, как она называется? Да, будет. Зайдете к Пашке в группу и найдете ссылка в разделе ссылки, да, будет? На... Ох, сейчас зеркала пообломает весь день. Все, подожди, я все подключу. Я вперед могу маленечко проехать, если хочешь. У меня там, видишь, эти все неоновые фитюльки я поставил. Вот так вот мы такие красивые будем тут с Пашкой стоять. Надо немножко, надо мне медведя-то показать моего. Во! Во, вот так офигенно. Че, а, ты сбоку пропишешь? Да. О, даже стимовский скрин у меня хлопнул. Так что, ребята, будет ссылочка под видео на канале на пираточку. Также, наверное, да, на Пашкину группу. Пашка, я на твою группу кину ссылку на Евротраковскую, да? Хорошо. Ну-ка, включаю все. Так, где получится? Ой, а что, блин, включается? О, а у меня маргулик-то нету. Вот дальний, дальний. Я голову подержу просто. Вот, и такой сейчас скрин щелкнет. Давайте. Оп. Вот. Будет ссылочка на Пашкину группу на Евротрак. Значит, Пашка сделает репорт, репост, как бы, пиратка будет выложена, ссылочка под, опять же, видео в Европосте будет она присутствовать. Как бы все вопросы по Евротраку Пашка у нас гоняет по, как она называется, по конвоям. По конвоям. То есть, да, ребята, игра, в принципе, на распродажах в Стиме, ребята, стоит недорого. То есть вот недавно она была буквально в течение недели 124 рубля. Как бы скачивайте, покупайте игру в Стиме. Ради интереса можете скачать пиратку, попробовать на пиратке прокатиться, понравится, не понравится, по графике, по физике. Вот. Плюс там стоят все DLLS-ки на пиратке, то есть полностью все, которые присутствуют в продаже в Steam. На лицухе это все будет покупать. Вот. Так что, ребята, качайте, не пожалейте, я в принципе думаю, что тут игрушка вообще обалденная. То есть мы прокатились в радость, народу сейчас мало на серваке, ну и сервера там просто народу улет, там захлебнешься в ДТП. Ну да, там по онлайн бывает по 2500, по 3500. В один заезд, да? Да, народу. Ну там муравейник, получается муравейник.
просто получается муравейник. Поэтому, ребята, качайте сначала пиратку, попробуйте, понравится, потом ищите, ждите ссылок, этих скидок на этом самом, на Steam, и все. Покупайте, ссылочка на Пашкину группу на Евротрак будет под видео на канале. И все, и без вопросов. Обращайтесь к Пашке, там, как ее конкретно в мультик запустить, как крякнуть я на уровень, на деньги. То есть, чтобы покупать различные машины, гаражи в разных городах, как бы это все будет у меня на канале присутствовать, как бы Пашка тоже как там группу делать репост, потому что там евротраковские люди сидят. Поэтому как крякнуть, как установить моды, все это будут видосы сделаны, все это будет у меня в группе, у Пашки, ссылка будет на Пашкину группу обязательно. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, качайте, игра обалденная. Всем пока, ребята. Да, я думаю, что когда будет много народу, это всем будет пока. Вообще... Да, всем пока, и я заканчиваю запись. Слава богу, я запустил свой долбанный драндулет, починил железо. Спасибо мне, а не друзей, которых я просил, как обычно. Это камень, ребята, в ваш огород, друзья, подписчики на канале и в группе. Хотя бы там по сколько-нибудь рублей могли бы и кинуть, чтобы хотя бы я так сильно не ругался, по большому счету. Но все равно давайте, ребята, качайте, игрушка прикольная. Подписывайтесь в группу мою, у Пашки подписывайтесь в группу SpinTires Club, и на евротраковскую группу будет ссылочка. Так что всем удачи, всем пока. С вами был, как всегда, Драйвер 51 Рус и Злой Слон. Всем удачи. Всем пока.